Всем привет! Сегодня с вами приготовим такие вкусные рулетики из лаваша. Они получаются очень хрустящие, с расплавленным тянучим сыром. Они подойдут как для быстрого завтрака, так и для перекуса. Ну что, давайте готовить. Для этого рецепта ингредиенты понадобятся самые обычные. Огурцы, ветчина, сыр, яйца, лаваш, майонез и сушеный чеснок. Количество ингредиентов будет указано в описании под видео. Для начала подготовим начинку. Сперва порежем огурчики. Я буду резать для начала на такие тоненькие слайсы. Потом вот такую тоненькую соломочку. Можете кубиком резать, как вам больше нравится, как вам удобнее. Ветчину также нарезаем сначала на слайсы, чтобы нам было удобнее нарезать тоненькую соломочку. Так. Теперь также берем стопочкой и также поехали соломкой. Вот, вот такая вот соломка у меня небольшая получается. Далее натрем яйцо, я буду натирать на крупной терке. Также на крупной терке натрем кусочек сыра. Начинка наша готова, теперь займемся лавашом. Лаваш у меня такой очень длинный получился. Мы его сейчас нарежем на такие полосочки. Режьте так, чтобы лаваш вместился к вам на сковороду. Я прям беру ножницами, мне очень удобно. Сейчас я сначала разрежу его напополам. Вот так. И теперь вот так еще напополам. Вот это будет размер моей сковороды, чтобы у меня полностью рулетик вместился, так как мы будем поджаривать все на сковородке. У меня получилось 4 штучки. Вот теперь нужно лаваш смазать майонезом. Я делаю такой тоненький слой, чтобы не слишком жирный был. И вот так ложечкой разравниваю. Сверху посыпаем сушеным чесночком, сыр, чтобы он у нас быстрее расплавился, нижним слоем его кладем, огурчик. Чередовать можете начинку, как считаете нужным. Ветчины. И немножко яйца поверх. Все, и теперь аккуратненько все заворачиваем. Так прижимаем к себе, чтобы он у нас не развернулся. Можете вот так уголок закрутить при желании. Я так в основном не делаю. Я просто заворачиваю, вот так до конца закручиваем. То же самое делаем с остальными рулетиками. Сын у меня сыр и яйца особо не любит. Я ему просто делаю огурчик побольше кладу. И ветчину. Ему так больше всего нравится. Еще немножко положим. И такой самый простой ему нравится перекус. Так и делаем все то же самое. Наши рулетики выкладываем на сухую сковороду и жарим примерно по 3 минутки с каждой стороны, пока наши рулетики не зарумянятся и не будут хрустящими. Наши рулетики готовы. Такие вот они золотистые, хрустящие получились. Вот я вам разрезала один лаваш. Хочу показать, как он выглядит в разрезе. Видите, сыр весь расплавился, такой тянучий стал. Очень-очень вкусный.
Советую вам тоже приготовить на перекус или на завтрак такие рулетики. Они получаются действительно очень сочные и вкусные. А если вам нравится мое видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем приятного аппетита и всем пока-пока!